чё, слышь, ты тут главный фермер. Ты чё, охренел совсем? Думаешь, можешь сюда приехать и тут бизнес свой развивать? Да хер там плавал. Я тут главная. У тебя, в общем-то, 8 часов всего лишь есть. Собирай свои вещи и проваливай отсюда. Если я вечером приеду, и твоя жопа будет ещё здесь, я тебя басцу. Ублюдок, ты меня, в общем-то, услышал. Заебали, блядь. Она приезжает тут. А, здрасте. И вот, грубо говоря, финалочка подкатила Зеленой долины. Соответственно, друзья, вы все слышали прекрасно сами. Сегодня наша задача закончить наши работы здесь и свалить отсюда. Соответственно, предварительно нужно будет продать все, что у нас есть, чем мы, собственно, и будем заниматься. Посмотрим, сколько денег мы на самом деле заработали за все это время. Ну, давайте небольшая экскурсия по тому, что у нас еще работает так более-менее. В прошлый раз, соответственно, мы на 16-м поле убирали чесночок, и я его убирал. Здесь, соответственно, поле нужно пахать, известь, все дела. Мы этого делать ничего уже не будем. Пошла эта сраная Барбара в жопу. Сама себе тут все вспашет. На 22-м поле, друзья, у нас растет рожь. Я ее планировал использовать на мельнице, но, сами понимаете, как-то уже не удалось. В общем-то, ее здесь сколько-то будет, мы ее тоже продадим нахрен просто и все. Просто как культуру. Соответственно, на силосной башне у нас уже потиху заканчивается силос весь. Его здесь 33 куба. Осталось два раза, в общем-то, еще съездить. Там Урал катается, его возит. У него, в общем-то, все в порядке на этот счет. БГА, соответственно, сам вовсю работает. Ездит зело, который продает дегистат. И, в общем-то, я тут дохрена, денег, по сути дела, должно быть с этого дохрена. Но за 8 часов, кстати, это дерьмо не успеет переработаться, так что, ну вы поняли. Далее, друзья, мельница топлива у нас идет. У нас здесь есть 10 кубов топлива. Я ее полностью забил. 50 кубов канола сюда отвез. С расчетом на то, что оно нам понадобится. Плюс у нас есть еще топляк на базе. Там примерно тоже кубов 10. И плюс еще на БГА стоит наш мазик с прицепом. В нем тоже там топляк есть. Тоже примерно кубов 13, по-моему. В общем-то, можно это дело тоже будет продать нахрен. И сколько-то за это получить. На 7-м поле, соответственно, мы в прошлый раз ничего не делали, я планировал здесь запустить подготовку к посеву, но, видимо, не судьба. Ну и ладно, как-нибудь разберемся. На коровнике, кстати, у нас скоро должен быть приплод. Да, кстати, тут компост остался, все пооставалось, боже мой. А и этой самой смеси дохрена у нас, надо с нее начать будет, пускай дальше делается. Соответственно, у коровок тоже, наверное, у нас все нормально. Да, кстати, мы получили еще корову, и до приплода еще 40 часов. У них эффективность 100%, все хорошо, они сыты, довольны. Но мы их продадим сегодня, чего уж там, говядина нужна. Есть 50 кубов молока, жидкого навоза дохрена, но и хрен с ним. Это говно мы оставим этой стерве, это говно нам не надо. Хотя навоз может быть и дорогой, да не, недорогой, что-то я тут. Соломки есть до хрена, солома тоже хрен с ним, тюки хрен с ним мы, наверное, тоже оставим. Посмотрим по времени, как у нас там что будет. Но их тут просто до хрена, как бы возить их продавать не особо хочется. Ладно, сейчас придумаем, что с этим делать, не проблема. Ну и последнее, друзья, это наша стройка плотины. Она почти подошла к концу. Тут вроде как часов в 12 вечера они должны будут закончить все свое. Точнее, 12 дня. Им тут осталось, в принципе, один блок положить, бетонный вот такой, и убрать за собой весь мусор. И все, на этом плотина будет застроена, здесь можно будет переезжать дорогу. Так что все хорошо с плотиной. Эти ублюдки должны будут успеть без проблем. Так что, друзья, вот такие вот новости. Давайте начинать работу тогда. Начинаем мы, друзья, с базы. Все, что у нас на базе, вот здесь вот хранится, нужно нахрен продать. Это вполне логично. А здесь у нас есть и, в общем-то, у нас здесь все есть. Все, что здесь может быть, у нас и есть. Хорошо. Для этих целей у нас есть КамАЗ. Он будет возить по 15 кубов и, в принципе, за какое-то время он все это вывезет. Так что погнали. Зарядим его в работу. Но чесноком что делать? Чеснока, кстати, дохера собралось. Его можно заколебаться возить так-то. Так, давайте-ка загружаемся. Так, силос. Какой нахрен силос? О чем вы? А, понятно, это Урал. Урал у нас почти закончил работу. Кстати, можно и Урала поставить, продавать эти самые, всякое зерновое дерьмо. Кстати, да, он у нас освобождается, быстрее будет. Только его заправить надо. Но это не проблема, заправим, чего уж там. Последний силос, в общем-то, выгружаем. А, кстати, у нас еще силос весь силос на яме. Блин.
Ну ладно, там уже то, что ручками будем возить, это надо прицепчик будет взять в аренду. Ладно, разберемся, это такое. Погнали, заправим, в общем-то, Урала сначала. Во, пошло, отлично. Я думаю, столько тебе хватит. Должно, по крайней мере, хватить. И выставляем его на дорогу. Там наймем Валерона и отправим его продавать. Кстати, хороший вопрос, могут ли они с КамАЗом там разъехаться? Потому что я не знаю, как у них маршруты ведут. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, как они справятся. Вроде как выставили в работу обоих. Должны справляться. В этом бункере нет такого продукта. Да ладно. Куда тогда поехал? Чё-то в этой жизни с ними не то. Ну ладно. Так, я еще и в текстурах застрял. Дубль 2. В этом бункере нет такого продукта. Урал не хочет работать. Я понял. Ну и нахрен тогда Урал, если честно. Все, стой, кури здесь. Нет у него продукта, видите ли. Охренеть. Ну, КамАЗик поехал. В общем-то, пусть катается, пусть выводит все наше дерьмо. У него вроде как все должно быть норм. Есть у нас вот хорошие соседи. Подогнали они нам вот такого вот еще одного МАЗа. Соседи, видимо, белорусы, потому что МАЗ на белорусских номерах. Может, это румына? Ладно. Короче, наша задача сейчас загрузить и вывести отсюда компост и силос. Силос там вроде как дохрена еще должно лежать. Грех терять такое. Сколько его здесь? Да, вот здесь 380 кубов, ни хрена себе. Надо его, значит, отсюда вывести. Деньги такие, так или иначе. Так что давайте начинать. Для начала надо отогнать отсюда погрузчик, потому что он мешает нахрен. Вот сюда. Во. Далее мы берем МТЗ-шечку, разворачиваем фрезу. Ага, и она высыпала гравий в ковш. Ну и хрен с ним, если честно. Соответственно, теперь в мазик наш подгоняем поближе. Это не наш мазик, он арендованный. Соседи дали погонять на пару часов, потому что наша техника с большими объемами справляться не особо любит. Во, нормалды. Он его подхватил. Теперь включаем фрезу и давайте все это дело набирать. Работает, отлично, я люблю, когда работает. Вопрос, сколько ее здесь, конечно, всего лежит. Я вот даже не посмотрел, сколько здесь всего компоста. Хватит нам тут этого прицепа, нет. Вообще должно хватить, по сути дела, что я его больше здесь и не наблюдаю. Чуть-чуть осталось. Сам... А, 22 куба было, ладно. Хорошо, замечательно. Так, тогда тут все. Повезли продавать компост. Я думаю, на тепличках его должны покупать без проблем. Только как найти в этих сраных, этих самых картинках компост, и я вот ума не приложу. Но скорее всего это вот то, что слева находится от красной вот этой хреновины. Слева от красной хреновины, да? Нормально? Теплицы и дачники. Вот погнали на теплицы, это все дело и отвезем. Дачники у нас тут благо рядом находятся, или не дачники, кто там? А, КамАЗ тоже решил сказать, что там нет такого продукта. Блин, ублюдочное все это дело. Ладно, потом разберемся. Что-то первый раз он сработал, а потом он не работает. Мне кажется, он бункер с семенами подхватывает. Ладно. Ну и насколько я понимаю, примерно вот сюда это говно надо продать. Давайте попробуем теоретически. Да, выгружается сюда компост, продаем его. Я не думаю, что тут прям до хрена денег мы с него получим, но не надо оставлять этой стерви ни хрена. 4000, ну ладно. Теперь же, друзья, нужно проделать всю эту бодягу с песочком. Песочек жалко отдавать. Силос, я подумал, хрен с ним. Пускай его там 380 кубов, пускай она его сама жрет. Реально, насрать, впадлу его возить. А вот песочек — это деньги. Песочек — это тема. Поэтому песочек мы вывезем. А почему бы нет? Ну, вывезем один прицеп. Тут вроде как 50 кубов с копейками. Вот так вот это все дело припаркуем. Да, 59 кубов, вывезем один прицеп, 12 кубов здесь останется. И хрен с ним, если честно. Поэтому врубаем нашу супер-мега-трипер фрезу. Трипер, я сказал? Да, ладно. В общем-то, наполняем все это дело. Это очень быстро произойдет, я знаю. Уже не первый раз. И вот в течение пары секунд это все дело у нас наполнилось. Лепота. Ну и, соответственно, мы уже не на рынок пойдем, а на экспорт его продадим. Ну, потому что да. Этот МАЗ сюда еле доехал, это невозможно просто им рулить. Он нагруженный, вообще не слушается. И тут где-то... А, дальше я увидел. Он тормозит 3 часа, он непослушный, он, ну понятно, перегружен. Не предназначен, в общем-то, для такой массы. С места вроде как дергается, но управляемости ноль. В общем-то, надо выгрузить сюда вот песочек, и он у нас продастся. Уедет куда-то в другие страны путешествовать. И будет тут у нас сенаторский песочек. Честно говоря, я сомневаюсь, что он прям дорого стоит. Ну да ладно, сейчас посмотрим. Ну, 6 тысяч, ну такое. Да, песком заниматься на продажу, ну такое. Оно того не стоит, ребята, поверьте. А еще, друзья, как помните, у нас был уголек. Причем его вроде как было дохрена. Твою мать, его прям совсем дохрена. Но стоит он, кстати, нормально. По самой низкой цене он 429 евро. Здесь почти 100 тысяч лежит. 100 тысяч — это деньги, поэтому ладно, давайте мы продадим прицепчик угля тоже. Ну не прицепчика, а дохрена прицепчиков. Только как здесь развернуться?
Блин, тут, конечно, очень неудобно. И через 50 попыток у меня это получилось. Я таки развернулся. Ладно, друзья, загружаем уголь и продаем его к херам. Ну и, в общем-то, друзья, последний прицепчик, который я сюда везу с угольком, выгружаем его. Он вообще не останавливается, и я задолбался его сюда возить, если честно. Вот, и по еще 20 тысяч нам прилетает. Отлично. Сейчас, друзья, давайте разберемся с коровником. У нас два сезона были коровки, они нам несли молочко, 50 кубов молока, и, в общем-то, посмотрим, что из этого вообще получается, если это все дело продавать. На самом деле, не так уж и много молока получилось, если так посмотреть. Ну, сейчас заценим. Нам тут тоже предоставили в аренду вот такой вот замечательный полуприцепчик для мазика, который весь такой блестящий, весь такой красивый. Только отражается в нем не то, что есть на самом деле. Не знаю, как это работает, но да ладно. В общем-то, канистрочка у нас заполнилась. И повезли это. Только давайте еще посмотрим, где это у нас продается. Да, кстати, я поставил продавать чесночок. Там по 60 косарей из прицепа Урала выходит. С кузова Урала. Всего его у нас дохренище. Поэтому чеснок, ребята, это тема. Можно сеять только его и просто подниматься здесь тупо на чесноке. Но это неинтересно. Ну и ладно. Расскажите мне, где сраное молоко? Я хочу найти цену на него. Вот, на товарном складе оно по 806 евриков. И, в принципе, да, имеет смысл его продавать. Так что тогда погнали. Теперь, друзья, хороший вопрос, куда это все дело здесь выгружается, потому что бочек я, честно говоря, не вижу. Вот, кстати, чесночок заодно тоже приехал. И посмотрите, как денежки капают, это охрененно просто. Чеснок — это тема. Я обожаю чеснок и, видимо, обожаю его вдвойне. Ладно, погнали кататься искать, куда можно продать сраное молоко. Я думаю, должен стоять вагон с жижами. Мне кажется, это будет логичнее всего. Тут их вон два стоит. Попробую на этот триггер заехать. Ну, что ты мне, дружище, скажешь, а? Да, молочко у нас разгружается именно на этом триггере. Хоп, пошло. Но тут мы, да, не сильно много получим. Тут прям не стоит ни на что особо надеяться. 25 тысяч, в принципе, нормально. На второй прицеп, друзья, я уже, простите, не повезу. Вроде с жижами и сыпучими мы разобрались. Сыпучие у нас продаются автоматически на данный момент. Там наше вмешательство не особо сильно надо. Хотя я вижу, у Урала возникли проблемы. Он перевернулся, он здесь валяется. Какого хрена он здесь валяется? Он с трактором не разъехался или что? Ладно, мы тебя, конечно, дружище, перевернем, но ты больше так не делай. Я понимаю, что мы отсюда сваливаем, но все равно же. Ей давай чеснок вози. Задолбал. У нас, друзья, в общем-то, осталась еще продукция, которая производилась на поддонах. И она вроде как типа, ну, должна быть теоретически самый дорогой, поэтому надо ее продать. Начнем, конечно же, с пива. Точнее, мы начнем собирать все поддоны, потом повезем их на вокзал. Что я как-то хреново борта открыл. Поленился, да? Левый можно закрыть. Зачем он открытый, я не хз. Вряд ли мы сможем получить какую-то статистику, что дороже, что дешевле из продукции, но ладно, сейчас что-нибудь увидим. У нас тут есть немножко пива, у нас есть сахар, у нас есть мука, и больше мне что-то в голову как-то даже ничего не лезет, что мы еще на поддонах делали. Наверное, и все. А, еще овощи есть на тепличках у нас. Охренеть, ну куда ты полетел, а, дружище? Можно это, конечно, было продать нашему населению, но знаете, наше население как-то не вступилось за меня в тяжелой ситуации, когда приехала эта бабища сраная на гелике. Поэтому хреном они хорошие продукты, мы это продадим все на экспорт. Вроде ровно поставил. Да, у меня сейчас опять очередной вот этот вот секс с поддонами. Я опять ищу себе приключения, которые вот можно было не делать. Ну и ладно. Его, походу, очень тяжелый, потому что этот прицеп перевешивает просто капец как. Надо их на правую сторону оставшись оставить. Посмотрите, как его перевешивает. Охереть. Что-то кажется, что этот маст не уедет просто с этим пивом. Да, вот такой вот противовес надо ставить, что поделать. Как-то вот так вот. Ну, типа ровно. Почти ровно, ладно. Прохладненько в гараже стояло. Хотя хз, может быть, в таком гараже наоборот жарко капец. Во, проще прям грузить прямо на прицепе, по-моему. И последний. Я просто вспоминаю цемент. Эту боль с цементом. Так, ну вроде норм. Вроде погрузили. Вроде как можно это все дело закрыть. Может быть, даже их можно привязать. Их нельзя привязать ремнями? Серьезно? А не, можно. Я тут уже подумал, какого хрена. Ладно, поехали. Так, ближайшее место у нас получается мельница. Поехали на мельницу, заберем оттуда всю муку, что там есть. Ну, разумеется, полные поддоны. Не полные оставим там, хрен с ними.
А муки-то у нас, кстати, дохрена здесь собралось. Прям очень дохрена. Ну, это же, в принципе, хорошо, наверное, да? Открываем, короче, борт. И давайте ее грузить. Слушайте, я не знаю, даже увезем мы ее всю или нет. На самом деле, у нас здесь осталось столько ресурсов. Если посмотреть где-нибудь, можно это посмотреть? Можно это посмотреть. У нас осталось столько ресурсов, что, мне кажется, если бы у нас неделя была на переезд, мы бы в 2 раза больше денег могли заработать. Но... уже ничего с этим не поделаешь. Как-то все внезапно получилось на самом деле. Поэтому как есть, так есть. Так, стой здесь. Боже мой, чем я занимаюсь, а? Игра про ферму, а я ношу поддоны. А компьютер сам фермерствует. Ладно, пофигу. Вот мука, кстати, вот 3 уже поставили, она вообще ничего не перевешивает. Даже не пытается. Так, вот это нахрен отсюда. Этот есть. Да, мы всю муку не увезем, походу, отсюда. Что-то мне подсказывает. Ну, более-менее аккуратненько вроде составляется, потиху. Так, этот поддон тоже нахрен. Да, там, кстати, еще отруби у нас есть. Наверное, тоже можно продать. Просто ты мне подскажешь, что отруби прям копейки должны стоить. Так, ну чё вы тут, а? Не влазишь, падла? И хрен с тобой. Я уже с этими поддонами намучился, с меня хватит. Будем составлять как есть. Все равно сюда 2-й раз поедем, наверное. Хотя, а может и не поедем. Может, мне что-нибудь придумаю. А может и не придумаю. Не надо бежать вперед паровоза. Оп. Этот и есть. Еще место на 3 штуки, а у нас их тут еще целых 6. Плюс еще отруби. Не, один поддон можно будет здесь спокойно это с мукой оставить и послать нахрен все. Я не обеднею от этого, поверьте на слово. Сейчас еще посмотрим, как оно, если боком попробовать поставить, как оно туда так залезет. Хоп, это тоже есть. Так, это уже у нас пшеничная мука пошла. То было ячменная, а вообще кукурузная показывает, стоит. Ну ладно, так, это есть. Блин, сюда еще боком можно попробовать поддончик пихнуть один. Так-то он должен туда залезть, конечно. 2-й не влезет, увы. В общем, тогда вот это вот мелочь, то оставляем мы здесь. Отруби тоже оставляем здесь. Что-то вообще неохота их забирать. Я не думаю, что мы много с них получим. Не так, как с чеснока, он 60 косарей в очередной раз. Так что привязываем это все дело ремешками и везем все это дело на вокзал. Во, борта закрыты, погнали. Так, вроде как это говно должно выгружаться примерно здесь, если мне память не изменяет. Жалко то, что, конечно, оно не выгружается прям с прицепа. Надо обязательно... ух ты, какая у вас дискотека там у поддонов. Надо обязательно это все дело высыпать так. Так, стой. Бортик открываем. Ну, так, значит, так, что поделать. Да, прямо здесь... триггер начинается. Что-то я помню, у меня в памяти такое, что эти триггера, они как-то примерно далеко находятся, в общем-то. Посмотрим, сколько мы сейчас за это говно получим. Так, 11 тысяч за те поддоны. Один уронился, 2-й чуть не уронил. Такое иногда бывает. Так, и последний. Ничего страшного, все нормально. Точнее, это был не последний, это был предпоследний. Вот этот последний. И имеем еще. В общем-то, 20-ка за муку за один день работы, и то неполный, скажем так. Ну, не так уж и плохо на самом деле. Далее у нас пошел пивасик. Пивасик по 5 тысяч за один поддон. Да, здесь это дорого. А, ну пивас, в принципе, что мы по 6 тысяч же продавали этим алканавтам на пляже. Но это тут 2 дня работы плюс... ладно. Пиво это тема. В любом случае, мы же еще продавали это все дело в городе. Так, давай последний продавайся, мать твою. Во. Слушайте, мы уже богатеем на глазах, слушайте, оказывается, у нас столько всего было, что можно было продать, а я об этом не знал. Хотя чесночок, конечно, не в счет, наверное, мы его только в прошлый раз собрали. Ну и ладно, в общем-то, погнали теперь на теплички и потом на обратном пути на сахарный завод заедем. А с тепличками у нас, в общем-то, все просто. Тут везде по одному поддону стоит всего того, что здесь можно выращивать. В принципе, заодно посмотрим цену этого поддона. Открываем опять-таки борта, как обычно. Чесночок у нас дешевеет прямо на глазах. И, кстати, это на него сейчас низкая цена стоит. То есть она может быть намного лучше. Но все равно, это тема. Так, это у нас капусточка. Да, это у нас капуста, все правильно. Это мы из дальней забирали, да. Это у нас помидорчики, да. Помидорчики. Сейчас мы еще овощи продадим к пивасику. Это есть. Я надеюсь, там можно продавать. Потому что если нет, то будет обидка. Но если там нельзя, значит на рынке. На рынке стопудово это дело продается. Вообще, кстати, можно на рынок это все дело закинуть. Посмотреть хотя бы, как оно работает. Так, давай ровно ставь все баклажаны. Во, вот так вот пойдет. Так, это мы забрали. Далее у нас перчики. Причем тут они и желтые, и красные, и зеленый перец. Все в одном растет. Я смотрю, даже не заморачивались по семенам тем, кто садили их там, сажали. Садили или сажали, не знаю. Вот, это мы ставим сюда. Отлично. И у нас еще клубничка должна быть. Причем почти 2 ящика. Но если 2-го мало, то мы
А не, второго тоже, кстати, нормально. Возьмем второй тоже туда с собой. Чего мелочиться-то? Что я обезьянью работу делаю, я их зря таскаю просто туда. Когда можно было тупо подъехать ближе. Ну и ладно. Я такой, ничего с этим не поделаешь. У нас до сих пор рожь не убралась. Уже, наверное, не больше 2 часов убирают. Это странно. Причем вроде они нас и не дергают, по сути дела, с этой уборкой. А вроде и уборка медленно идет. Сколько там этой ржи, интересно, у нас получится. Такс. Это и есть. Ставим поровнее. Отлично. Ягодки, овощи мы все погрузили. Закрываем бортик. Связываем это все дело ремнями. И погнали. Кстати, друзья, я же совсем забыл, у нас же еще есть завод подсолнечного масла. И тут у нас есть подсолнечное масло. Как ни странно, да? Да стой же ты, остановись. Он, короче, если вы двигатель заглушите, он поедет и не будет останавливаться. Ненавижу такую технику. Давайте откроем правый бортик. У нас тут есть дохрена жмыха. Прям дохрена. Тут у нас одна смена здесь отработала, да? 10 тысяч литров. Подсолнечного масла в этой бочке. Пускай уже лежит там, хрен с ним. Не хочу его продавать. Не хочу из-за этого что-либо сюда везти. Давайте погрузим подсолнечное масло в первую очередь. Хотя и жмых, наверное, тоже придется грузить. Ну а что его это самое? Пускай продадим, короче. Лишним не будет. Если он, конечно, его можно продать. Если нельзя, и мы его погрузим, будет обидненько. Ну ничего страшного, я привык, знаете ли, бесполезную работу делать. Что, первый раз, что ли? Так, это мы тоже вот сюда вот аккуратненько ставим. Вроде ровно. Еще один поддончик. Хоп. И есть. И последний. Да, тут немножко перевешивает направо машину сейчас из-за того, что она стоит под углом как-то непонятно. Так, это есть. Теперь жмых. Сколько у нас тут его? Вот эти 4 поддона погрузим, а тот один недоделанный мы не будем грузить, потому что это жмых. Я очень сильно сомневаюсь, что он прям дорогой. Мне кажется, сам поддон этого жмыха, я имею в виду сама кусок деревяхи, стоит дороже, чем все эти пакеты. Ладно, это я, конечно, утрировал, но я сомневаюсь, что он дорогой. Так, давайте еще один грузим. Третий. Оп, есть. Этот как-то неаккуратно стоит. Надо его поправить. И последний. Сюда так-то еще что-то влезет даже. Но смысла на сахарный заезжать нету никакого. Давайте последний тоже заберем, хрен с ним. Почти полный. Смысла на сахарный заезжать сейчас никакого нету, потому что все оттуда мы точно не заберем. Так что поехали, продадим вот это вот все дерьмо. Закрываем борт и едем на вокзал. Увы, тут без косяков тоже не получилось. Мас устал, прилег отдохнуть. Твою мать, а? А что-то мне подсказывает, что овощи у нас таки здесь не продаются. Хотя нет, для них он есть на товар. И они ни хрена себе дорогие. Особенно перчики, особенно клубничка. Посмотрите, какая дорогая здесь клубничка. Вопрос где? Я не вижу поддонов просто с ними. Ну ладно, мы попробуем, по крайней мере, сюда высыпать. У нас тут очередной чесночок приехал. Я надеюсь, я не буду ему мешать. Так, открываем борта. Открываем правый борт. Мы с той стороны будем это все дело выгружать. Вообще еще и задний надо было открыть. Ну ладно. Так, поехали. Сначала жмых. Смотрим, что у нас получится со жмыха. Косарь с поддона. Понятно. Сейчас, дружище, подожди. Не до тебя сейчас. Сейчас я тебя освобожу проезд, не переживай. Еще 2000 и еще 1000. Понятно. Надеюсь, масло будет чуть-чуть подороже. Потому что, ну, это же типа масло. Не побочный там продукт какой-то. Типа, ну, топчик. Ой. О, 16 тысяч масла. Масло тема. Масло тема, друзья. Это у нас, я не помню, только за одну смену или за две у нас только получилось. Мне что-то кажется, что за одну. Еще 14-30 тысяч. Мне кажется, за одну смену получается, ну, 40 тысяч заработали, норм. Клубничка, да, таки здесь продается. Были бы ящики, было бы всего немножко подороже, наверное. 30 тысяч, нормально, да, 2 ящика клубнички. Соответственно, баклажанчики, что они долго прям продаются. Ну понятно, ящик баклажанов, тут все как в этих самых, как по прайсу будет, потому что контейнеры по кубу, и там указана цена за куб. Они прям долго продаются, кстати. И это странно. И странно, они исчезают еще. Ну и ладно. Так, в общем-то, это у нас все есть. Овощи нам еще 11 тысяч привезли. Привезли. Ну, примерно 11 плюс 30 клубничка, 2000 перчики. Там, короче, как-то так это все было. Это, блин, вот овощи — это тема. Тепличками заниматься, компостом просто, по сути дела. Остальное все можно купить. Вода бесконечная. Нормально. Я так понимаю, их можно еще на рынке продавать. И мне кажется, это еще дороже будет. Ну, типа... дольше продается. Хз, какие там цены будут на этом рынке. Ну и ладно. В общем-то, у нас тут есть сахарный завод, у нас тут есть дохрена сахара. Ну как дохрена? Ну, в общем-то, он есть. Я опять забыл открыть бортик какой-нибудь. Есть.
Давайте, собственно, сгрузим сюда сахар, который у нас есть. Эти поддоны по 1.5 куба все. Сахар теоретически должен быть дорогим, потому что 8 рабочих он требовал в себя. Ну, в смысле, сахар. Предприятие требовало 8 рабочих. Это вообще много. Поэтому сахар должен быть дорогим. Да и вообще сахар дорогой так-то. По крайней мере, в наше время, в нашей стране. Самое интересное то, что у нас, вот, например, у нас в стране белорусский сахар дороже, чем российский. В Беларуси, да. Это немного странно. Я не знаю, как это работает. Ну и ладно. Не будем о грустном. Я не ем сахар, если честно. Не пью его. Никуда его себе не добавляю. Я последний раз покупал сахар по просьбе мамы, когда еще она там меня миллион лет назад просила купить сахара. А так я сахар не покупал вообще давно. Ну просто знаю, что он падал дорогой. А еще от него может жопа слипнуться. Ну, вообще от сладкого, поэтому я предпочитаю сладкое не жрать. Я не знаю, зачем я на самом деле рассказываю вам эти замечательные истории, но что поделать, что поделать. Не мы такие, жизнь такая. Да, нормально мне так под конец сезона башню рубит, да? На ахинею на всякую. Ничего, слушайте, я тут работаю, между прочим, ношу эти сраные поддоны, а вы не можете послушать мою ахинею уже тоже мне. Ладно, это есть. Я думаю, сахарную пудру мы тоже заберем, да? Она же должна будет влезть. Можно даже борт не закрывать. Но ремнями на всякий случай мы это... Да, я вообще неаккуратно здесь все поскладывал. Я думаю, никто сильно не расстроится. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Блин, тут свеклы осталось еще. Охренеть сколько. Так, стой, Мас. Мы тебя оставим здесь. Сахарную пудру уже сами притарабаним. Я птица не гордая, могу и пройтись немножко. Ну, правда, это если совсем немножко. Так, это есть... Да твою мать, не падай. Так, это есть второй. И последний, давай-ка. Хоп, и есть. Отлично, все, повезли. Теперь тоже говно продадим. Закрываем борт. Сейчас цепанем ремни. И повезли все это дело на товарный склад. И снова мы приезжаем на товарный склад. Как ни странно, да? Ну, потому что нам надо сюда грузить коробки. Коробки, поддоны. Открываем бортик. Отцепляем ремни. Так, они, видимо, одновременно не отцепляются, да. Ну и ладно. Так, выгружаем сначала сахарную пудру. Это у нас получается сахарная пудра за одну смену будет. Потому что за первую мы ее уже продали. В прошлый раз нам нужны были деньги. Не прошлое, а когда-то там, короче, продали. В общем-то, за одну смену можно заработать сахарной пудры на... нормально, кстати. 10 тысяч плюс еще вот тут вот 1000 литров. Еще 2. 12 тысяч чисто на сахарной пудре. И есть еще сахарочек. Сахарочек, кстати, это за две смены получается. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Так, там очередной чесночок у нас продался за 60 тысяч. Да, цена на чеснок падает с каждой секундой, увы. Ну и ладно. Так, сахар есть. Что мы на выходе имеем? 15 тысяч. Да, не очень дохрена на самом деле. Заморачиваться со свеклой. 8 работников. Ради этого я, короче, не знаю. Разве что сахар потом на какое-нибудь другое предприятие используется как продукт. И может быть тогда это имеет смысл. Но сахар на продажу это, ну, такое себе. Ладно, друзья, на данный момент нам остается только ждать. Ждать, пока работники закончат стройку. У нас прошла уже уборка урожая. Соответственно, надо вывести весь дегистат, чтобы переработался, продался весь силос. Точнее, дегистат обязательно, ну, не обязательно вывозить весь. Надо, чтобы силос переработался. На дегистат насрать. Ну, еще продается у нас сыпущее все дерьмо, которое у нас есть на складе. В общем-то, пока что просто ждем. Знаете, друзья, о чем я еще вспомнил? О том, что у нас есть мед. У нас есть целых 6 кубов меда, которые, я не знаю, особой надобности продавать на самом деле нету. Ну, как бы денег, видите, у нас хватает. Но мы его чуть ли не с самых первых серий начали делать. И на самом деле он в эту бочку не грузится. Я уже тут пробовал, тыркался неоднократно. О, цепануло. Я реально очень долго, много, прям все это делал. Ну, в общем-то, этот мед есть, и я что-то не вижу, куда его продать. А вот он. Ага, по 10 тысяч. Он стоит, слушайте, может быть, даже имеет смысл. Но если как бы следовать логике, то выливать его нужно в какую-то цистерну, что ли. Сейчас посмотрим. Да, мед у нас как жижа выливается сюда. И боже, как быстро денежки капают. Ну да, дорогое удовольствие. Друзья, за вторым я уже не поеду. 30 тысяч эти нам нахер не всрались на самом деле. У нас на часах 12:10. Как я говорил, в 12 у нас закончится стройка. И наш Василий, конечно же, решил за этим делом посмотреть, приехал сюда на свои копейки. На самом деле он уже собрал все свои вещи, потому что готовится к отъезду. И что мы здесь имеем? Если мы послушаем внимательно звуки, то мы слышим, что работа все еще кипит. Но валероны уже собрались. Я не знаю, как это работает. Соответственно, вот она, наша плотина, вот такая вот хреновина появляется. Кто писал, что лагает, когда построишь плотину? Не знаю, у меня 60 FPS, здесь все норм.
в других местах карта бывает лагает намного серьезнее. Я думаю, что нужно проехаться по этой самой плотине. Не знаю, как это... тестовую ленточку перерезать и так далее. Вот так вот это все работает, вот так вот это все выглядит замечательно. Теперь здесь можно пересекать реку. Иногда, кстати, это было бы хорошо. Иногда надо было. Круто. Вот такая вот, в общем-то, плотина. Как по мне, прикольная вот такая, не знаю, прикольное занятие, прикольная механика, что ли. Ну, построили вроде хорошо, работу мы приняли, но Валеродов мы обратно уже не повезем, потому что нам пора отсюда сваливать, но есть еще одно дело, которое нам надо сделать. Это, друзья, продать всю технику. Мы ее в магазин уже тоже, увы, не потащим. Продадим по дешевке, в общем-то, на распродаже всем тем, кто заслуживает эту технику, в общем-то, местное население какое-то, за абсолютные копейки. I wanna spend the night with her. И остается у нас одна лишь копейка. Кстати, продано техники на 583 тысячи. Это много. Вложений было много в технику. Изданий на 116 тысяч. Также, друзья, мы, разумеется, продаем все участки, которые купили, потому что они нам больше не нужны. А бабло нам нужно. Если Василий отсюда сваливает, то нужно с собой взять как можно больше бабла. Правильно? Правильно. Поэтому продаем вообще все, что мы купили. Итого, друзья, продано участок, другое. Может быть, это ресурсы, которые там были, продаются. Что такое другое, я не понимаю. Ну и ладно. Кстати, работяги отсюда исчезли. И плотина отсюда исчезла. Если продать участок, короче, все ресурсы, все пропадает. Ха. Вроде построили, а вроде ни хрена не построили. Ну, короче, у нас есть 8 миллионов, копейка, и мы можем сваливать из этой деревни от греха подальше. Ну и что ж, друзья, что я вам хочу сказать-то напоследок. Как по мне, замечательная карьера у нас получилась. Мне было, по крайней мере, очень интересно в нее играть. Почти 170 часов я из-за этого наиграл на этой карте. Мы не продали коровок и хрен с ними, если честно. Мы не все производства посмотрели. Мы их обязательно посмотрим на стримах. Проведем еще пару стримов, просто посмотрим производство. А Василий же отсюда пока что уезжает. Может быть, на этой карте мы замутим карьеру потом с сезонами. На стримах, не знаю, посмотрим. Тут не так много осталось нам посмотреть, по сути дела. Огромное спасибо хочется выразить всем людям, кто смотрел эту карьеру, кто лайкал, кто писал комменты. Отдельная благодарность вот этим всем людям, имена которых вы видите на экране, прям отдельнейшее. Пишите, в общем-то, ваши комментарии по поводу этой карьеры, что вам в ней понравилось, что вам в ней не понравилось. Не забывайте, конечно же, про лосики. Я думаю, в честь окончания можно их прям капец как дохрена собрать. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Опаньки. А кто это у нас тут свалить решил? А что это мы с собой везем? 8 лямов налички? Слышь, в сраной ферме, а ты что, хуй? Что ли?